Так, сегодня у нас будет вариант Бэтмена. Какой-нибудь типа пятикантроп. Или что это такое, доисторический будет Бэтмен. Сегодня у нас. Так, сейчас поправим. Вот. Что у нас здесь в итоге? Вот такой вот Бэтмен. Здесь даже значок, даже Бэтмен был в доисторические времена. Такие бантики здесь, завязочки. А сзади тоже интересный Бэтмен в стиле Far Cry Primal. Ну, слушай, очень даже необычно. Так, что у нас здесь? Тут как раз таки вот глаза. Либо он просто с повязкой, либо вот здесь Бэтмен надевается вот так. И получается вот здесь глаза на уровне вот маски будет. Кстати, какие-то вот зашиты будто, да, какая-то трещинка. Так, сейчас попробуем собрать руки. Плащик, кстати, с одной стороны он такой вот получается рифленый, с другой стороны бархатный. Ну, прям как древний человек. Реально будто какая-то шкура на нем. Так, сейчас аккуратненько оденем. Ну, что такое? Так, попытка номер два. Что-то туго. Ладно, попробуем поставить просто так руку, посмотрим, насколько он там вставляется. И потом, если что, мы ее просто снимем. Да не, нормально все остается. Мы просто сейчас снимем. Оденем теперь плащик. Так. Отверстие здесь. Отверстие маленькое. Есть. Так, второй. Что-то руки, с руками здесь какой-то прям напряг. Ну. Так, все, хорошо, что есть пауза. Так, несколько секунд, и мы нормально ему поставили в итоге Бэтмен плащ. Собственно, одеваем ему маску сразу. Такой ретро Бэтмен. Даже не ретро, а архи какой-то Бэтмен. И вот у него такая типа дубина, наверное, да? Как-то сделано из говна и палок. Ну да, скорее всего, здесь какая-то грязь и какие-то шипы. И здесь цепь. Хотя не знаю, откуда была цепь, потому что это же каменный век. В общем, металл был не изобретен. Ну, это уже вопрос не к нам. Это игрушка, это фантазия, поэтому здесь, кстати, наверное, можно его так поставить, чтобы плащ развивался, типа назад. И вот такой вот он получится у нас. Прикольно, здесь такой зашит, будто кто-то уже ударял по нему. Такой вот Бэтмен. Сзади тоже видно этот гепардовый окрас. Такие ботиночки коричневые.